Коллеги, приветствую вас от компании Лилиани. Да, зовут меня Бурят Евгений, региональный менеджер по продажам. Зона ответственности региона у меня Ставропольский край, Краснодарский край и Волгоградская область. Ну, да, неоднократно говорилось о технике, технологии, но мы, во-первых, больше делаем упор на технологии, которые мы тоже испытали и опытным путем пришли к тому, что вот открыли производство данных бункеров. Начну с истории компании «Лилиани». Пока фоном идет видео, здесь указаны все наши агропроцессы, в которых применяется наша техника. История компании «Лилиани» началась с 2001 года. Директор компании изначально занимался предоставлением услуг по уборке зерновых культур. Вот. И в процессе данной работы столкнулись с проблематикой простоя и потери времени, драгоценного времени в полях, когда комбайн должен работать, а он тратит время на выгрузку, передвижение по полю, простои. И дабы избегать эти простои, устранить эти простои, да, в работе техники, вот, начали как бы рассматривать варианты исправить данную ситуацию и обратились к технологии. Она изначально как бы из Аргентины. Был привезен первый опыт, первые образцы, которые техники у нас применялись в процессе уборки в нашем МТС. И потом Армен Юмирович заинтересовался данной технологией, и было принято решение организовать производство данных бункеров-перегрузчиков непосредственно у нас здесь, в нашем регионе. Повторюсь, мы отечественный товаропроизводитель, имеем все нужные сертификаты для этого. Завод у нас находится, город Сальск. То есть мы являемся отечественным товаропроизводителем. Вот. Бункер наш, отечественный российский бункер. По всем программам, мы участвуем во всех программах в Росагролизинге. И по программе 1432 мы также продаем нашу технику. Изначально применяли данный бункер-перегрузчик на уборке с использованием трехзвенной уборки. Да, он шел параллельно в звене с комбайнами. Ну, в зависимости от урожайности и от скорости намолота бункера комбайна, то есть здесь уже рассчитывается, становится он звено с двумя комбайнами, либо с тремя. Он должен успеть за время намолота первого бункера комбайна вернуться обратно в звено, уже пустой, с выгруженным бункером на краю поля в КАМАЗ. Вот. Драгоценное время простоев, которое терялось при выгрузке комбайнов даже на краю поля, оно при использовании бункера-перегрузчика нивелируется полностью. И звено, например, там три комбайна и бункер-перегрузчик полноценно по времени и по намолоту и по скорости уборки равно четырем комбайнам. Но как бы стоимость бункера-перегрузчика несоизмерима, да, со стоимостью комбайна. Также дальше в работе думали, как дальше, допустим, бункер применять не только на уборке. Вот, начали применять и на загрузке посевных комплексов и сеяла. То есть начали его применять на севе. Это дало тоже свой положительный эффект, потому что скорость загрузки сеялок и посевных комплексов, ну, сокращалась в разы. Если, грубо говоря, там, в среднем сеялка и посевной комплекс загружается там, от 30 до 40 минут, то при помощи бункера-перегрузчика ну, это время сокращается, ну, до 4-6 минут. Плюс, когда встал вопрос по загрузке сеялок, есть хозяйства, которые практиковали еще загрузку удобрений в данные сеялки, и это сподвигло наших конструкторов, ну и, соответственно, дирекцию завода, принять решение о выпуске двухсекционных бункеров-перегрузчиков. Там, до недавнего времени, до прошлого года, мы единственные были на рынке из отечественных товаропроизводителей, который предоставлял функцию двухсекционности в бункере. То есть, ну, в базовой комплектации эта двухсекционность, она идет с распределением 75% на 25%. То есть в большую часть мы загружали посевной материал, в меньшую часть шло удобрение. И хозяйства, которые
использовали данные бункеры-перегрузчики, ну, во-первых, остались очень довольны и пробовали даже применять бункеры в ну, практически в круглосуточном севе. То есть мы выходили на ночной сев, что сокращало и агросроки по посевным, и сокращало количество привлеченного штата на сев. Например, бункер-перегрузчик, используя два бункера-перегрузчика, два посевных комплекса, бункеры загружались удобрением и посевным материалом, и, соответственно, люди столько отпускались, в поле работало 4 механизатора. Два было на бункерах-перегрузчиках, два на посевных комплексах. Загружался посевной комплекс, уходил на сев, грубо говоря, механизаторы, которые были на бункере-перегрузчике, они в этот момент отдыхали. Потом посевной комплекс возвращался на дозагрузку, они менялись, механизаторы, и шел, сел дальше. То есть как минимум в два раза сократилось время сева, вот, ну и, соответственно, затраты кадровые и временные также. То есть не нужно было держать сотрудников склада, там манипуляторы, которые загружали бигбэгами и так далее. Еще очень немаловажный аспект, например, пассивный комплекс, который загружался изначально там бигбэгом, размер бигбэга и вместимость не всегда позволяла там, ну, полностью загрузить пассивный комплекс. Бункер-перегрузчик позволяет сделать это по максимуму. То есть мы видим заполняемость, поток пассивного материала. Так будет хорошо слышно или не очень? Ну, в общем, поток посевного материала мы можем регулировать посредством гидравлических шиберных заслонок. Они позволяют регулировать саму скорость подачи посевного материала, ну, либо удобрения, тоже то, что используют. Вот. Дальше мы пошли как бы дальше. Да, сев, уборка, хорошо, но это получается бункер бы использовал всего там два сезона в году и все. Пошли дальше. Также стала острая проблема, как бы, ну, и сейчас также есть, когда есть переходящий остаток зерновых, где хранить зерно. Технология. Вот. Следующим этапом, как бы, мы пошли в сторону хранения зерна. Опыт хранения сейчас у нас уже, он уже так хорошо набрал обороты в пластиковых рукавах. Вот. И у нас для хранения также есть полностью вся техника. У нас есть упаковочные машины, у нас есть разгрузочная машина. И с помощью бункера-перегрузчика мы также можем загружать этот упаковщик. Скорость загрузки бункера, это, ну, на средних, на 500 оборотах, это 400, ну, 400-450 тонн в час. То есть запаковывается в один рукав, где-то 75-метровый, туда входит зерновых пшеницы, входит порядка 250 тонн. Вот при помощи бункера-перегрузчика нашей упаковочной машины один рукав за рабочую смену – это вот, как бы, норма, стандарт. Если уже, ну, сотрудники обучены, все налажено, то 500 тонн закладывать в сутки – это реально. Вот. И этот опыт начали применять широко элеваторы, дабы расширить свои возможности по хранению зерна. Вот. Они начали закупать у нас подобную технику совместно с рукавами и закладывать. Да, есть нюанс, как бы, когда нужно проверять зерно, которое заложили, нужно контролировать. Но первый опыт был положительный, и он распространился дальше. Сейчас много, все больше и больше людей применяют опыт данного хранения в рукавах. Вот. Также вот по поводу двухсекционности бункера могу сказать, еще используют ее в плане миксования и зерновых, и в плане создания сложных удобрений. То есть смешивание непосредственно проходит в шнеке, и регулируя теми же самыми шиберными заслонками, мы регулируем поток подачи из одной части бункера со второй, и, соответственно, достигаем тот необходимый уровень смешивания, который нам нужен. Юрий Николаевич, одна минутка у вас. Ой, хорошо, спасибо. Буду завершать, как бы, свой спич реально о работе, и вот о таких интересных агропроцессах можно говорить очень долго. Вот. Единственное, еще скажу, что техника многофункциональная, техника наша отечественная, мы находимся здесь. Мы не просто продаем технику, мы продаем технологии. У нас есть команда
внедренцев, то есть ребята, которые обучают, когда мы продаем технику, наша команда приезжает, обучает персонал непосредственно аграриев работать на нашей технике и построение технологии трехзвенной работы, уборки, сева, хранения. То есть мы сопровождаем нашего клиента на всем пути работы нашей техники. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Николаевич. Есть вопросы? Да, да, есть. Пожалуйста. А почему не ставят на бусины сейчас? Я вот просто смотрю, все модели на колесах. Нет, ну, не было запросов даже на предоставление бункеров-перегрузчиков на гусеничном ходу. У нас за счет использования балансированной подвески и вот в крупногабаритных наших бункерах 33-тонник и 25-тонник мы используем двухподвесный балансир на 8 колесах. То есть там давление на почву минимальное, там 1-2 килограмма на квадратный сантиметр. То есть он не переуплотняет почву, давление даже ну, чуть меньше, даже, чем комбайн переуплотняет. Запросов не было, по сути, не нужно. Это удорожает просто саму конструкцию. Евгений Николаевич, вот в прошлом году у нас выступал как-то ваш генеральный директор и сказал, что готовится вариант бункера с увлажнителем для зерна. И после этого вот из Новоалександровского района заместитель главы по сельскому хозяйству мне звонил и говорил, как можно приехать обсудить эту тему. Нам очень важно было бы получить вот такие бункеры, поскольку лето жаркое и пшеница оказалась пересушенная. То есть влажность упала до 6%, убирали пшеницу от такой влажности. Говорили, что если бы повысить влажность, а за счет того, что влажность низкая, естественно, потери были при продаже. Никто не компенсировал из трейдеров. Вот перспектива, когда появится такой бункер, не скажете ничего? Ну, а... По перспективе данного бункера, он уже есть. Мы его как первый экспериментальный образец мы выставляли... Мы подобный бункер, как экспериментальный образец, уже выставляли в Ростове, у нас была выставка на Росвертоле, по-моему, в феврале, если не ошибаюсь, тоже вот по Наутилу была конференция сторонников прямого сева. И там у нас был представлен данный бункер, по, ну, как бы самой, в серию он еще не поступил. Как вариант подобного решения, ну, пока вот то, что из серийного есть. Вот шнек самозагрузки, и у нас на стенде, на бункере он представлен, он сбоку расположен. Есть такой же вариант, но с протравливателем. То есть мы устанавливаем на бункер емкость, и в самом вот этом шнеке, при загрузке из КАМАЗа в бункер, там устанавливаются форсунки. И при помощи этих форсунок распыляется, и был опыт, протравливали именно посевной материал при загрузке в бункер. Можно использовать так. По поводу увлажнения, пока я говорю, в серии нет, но по индивидуальному заказу мы изготовить можем. Мы как бы сами производители, у нас свое конструкторское бюро, под индивидуальный заказ это сделать можно. Баки и врезать форсунки в выгрузной шнек, это не есть такой проблемой. И еще как бы вопрос переувлажненного зерна, был опыт в хозяйстве, начинали уборку пересушенного, да, прошу прощения, начинали уборку раньше на пару дней и убирали зерно с большей важностью, например, 18-19, его упаковывали в рукава, закладывали и, соответственно, маркировали, да, а потом посредством двух секционного бункера смешивали и в итоге приходили на среднеизвешенную ту важность, которая нужна.